Общественное наблюдение на выборах всегда было важно. Избирательная комиссия 2021 года не стала исключением. В этом году в качестве общественных наблюдателей на избирательных участках представлены НКО, члены политических партий и общественные активисты. Работу по подготовке общественных наблюдателей из года в год ведет Общественная палата Ульяновской области. Итоговые соглашения о сотрудничестве по наблюдению за выборами с движением «Волонтеры Победы» и с уполномоченным по правам человека подписали на минувшем заседании областной общественной палаты. Мы заключили уже около 30 таких соглашений с партиями, некоммерческими организациями и активистами. И сегодня мы завершаем этот процесс, повторюсь, потому что остается совсем немного времени до выборов. Как отмечают в региональном отделении волонтеров Победы, выборы в этом году интересные, несравнимы с прошлыми. Участие их в качестве общественных наблюдателей, оно было всегда, в качестве именно молодежи. А с точки зрения отклика там, да, или заинтересованности, конечно, наверное, эта кампания как-то может быть интереснее для них, потому что условия немножко другие обстоятельства у нас в регионе сейчас сложились. Это очень интересно наблюдать за этим, и ребятам очень какой-то азарт появился в том, как пройдет голосование, что будет, какие будут результаты, собственно. В этом году, как отмечает уполномоченный по правам человека в Ульяновской области Сергей Люльков, важно, чтобы выборы были доступны для всех категорий граждан. Перечень избирательных участков определен, и мы смотрим именно по доступности возможности голосования для инвалидов, пандусы, наличие пандусов, чтобы избирательные участки находились в основном на первом этаже, именно в плане доступности. До выборов остались считанные недели. Остается надеяться, что все трехдневное голосование пройдет честно и открыто, а главное – доступно для каждого жителя Ульяновской области. Максим Писарев, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.